Играть. Знакомство. Это яблочко. В нем есть маленькие косточки. Это груша. Она сочная и сладкая. Это слива. Она овальная. Это черешня. Она красная. Это ягодка клубника. Из нее варят вкусное варенье. Это банан. Он желтый. Это виноград. Он сладкий. Это киви. Он круглый. Это арбуз. Он круглый. Это дыня. Она очень вкусно пахнет. Это апельсин. Он сочный и сладкий. Это мандарин. Он круглый. Это лимон. Он лечит больное горлышко. Это ягодка малина. Она... Найди животное. Покажи крокодила. Он зеленый. Неправильно. Умница. Покажи лося. На голове у него большие рога. Молодец. Покажи зебру. Она полосатая. Подумай еще. Подумай еще. Умница. Покажи комарика. Он летает. Ты ошибся. Молодец. Покажи тигра. У него 4 лапы. Подумай еще. Подумай еще. Правильно. Покажи гуся. У него есть 2 крылышка. Ты ошибся. Правильно. Покажи слоника. У него есть длинный хобот. Неправильно. Молодец. Покажи попугая. У него есть хвост. Правильно. Покажи лошадку. У нее есть грива и хвостик. Подумай еще. Правильно. Покажи котика. У него длинный хвостик и длинные усы. Неправильно. Кто так говорит? Кто так говорит? Правильно. Кто так говорит? Покажи, кто так говорит? Кто так говорит? Покажи, кто так говорит? Кто так говорит? Кто так говорит? Покажи, кто так говорит? Покажи, кто так говорит? Кто так говорит? Кто так говорит? Правильно. Кто так говорит? Кто так говорит? Покажи, кто так говорит? Покажи, кто так говорит? Кто так говорит? Молодец. Кто так говорит? Покажи, кто так говорит? Покажи, кто так говорит? Умница. Кто так говорит? Покажи, кто так говорит? 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 Покажи, кто так говорит? Покажи, кто так говорит? Кто так говорит? Учимся. 10 малинок.